Привет-привет, с вами Кити Кейт. И сегодня мы поиграем в котика Тома и его друзей. Ой, а что это у нас тут енот делает? Опять что-то своровал. Ну и безобразник, надо бы с ним разобраться. Попробуем поймать этого енотика, а заодно получим сначала все эти... что тут мы получаем? Монетки всякие. О, что, проголодались? Да, я бы тоже сейчас поела. Кстати, ребят, если вы любите играть в котика Тома и его друзей, то обязательно ставьте лайки, потому что, ну, это всегда клёвенько и прикольненько. Так, кто у меня еще голодненький? Где у меня остальные... О-о-о, это что такое? Ага, здесь... Что? Здесь можно в два раза выгоднее поучаствовать. О, полицейский. Котик Том, полицейский. Вы вообще видели? Ладно, давайте их покормим. Но сначала посмотрим, что у нас здесь есть из еды. За 4 монетки? Слишком дешево. Надо брать побольше. Кажется, у нас сегодня скидка дня. Ха-ха-ха. Так, это что у нас? Апельсинки, томатный суп. Ну, томатный суп я не очень люблю, а вот пельмешки – это мое любимое. Сейчас угощу своих друзей пельмешками. Держите, держите, держите. Кушайте, кушайте, кушайте. Ну, так, что-то они не очень довольны. Тогда сделаем какой-нибудь коктейль из разных ингредиентов. Посмотрим, понравится ли он им. Так, кому коктейльчик? Давайте Хэнку дадим. Хэнк не нравится? Эх, как всегда. Ладно, а мороженое? Анжела, ты куда убежала? Ну, как всегда. Я только хочу с кем-нибудь поиграть, а у меня люди убегают. Животные убегают. Все убегают. Не, это безобразие какое-то. Ладно, пойдем еще какой-нибудь коктейль сделаем. Например, апельсино-желейный. Интересненько даже, вкусно это будет или нет. Сейчас узнаем. Так, предлагаю вот дать Бекке. Девочки всегда любят всякие вкусняшки. Ой-ой-ой-ой-ой, что с тобой не так? Мне кажется, вздуло. Да, подождите-ка, подождите-ка. О, все, фух, раздуло. Все в порядке. Ладно, тогда давайте чуть-чуть мороженого, пирожного. Текс, ну я думаю, что мороженое точно все любят. Разбежались так быстро. Что-то они со мной не хотят дружить, разбегаются. Ладно, давай сделаем теперь еще оранжевый коктейль. Ой, а почему он розовый? Я думала, что там оранжевая начинка. Ладно, этот коктейльчик для малыша. Не нравится? А если с лисьи глаза не хочешь? Да что ж такое-то? Почему-то мои малыши, вернее котики и песики, сегодня не хотят есть всякие вкусняшки. Это ж вкусно! Кушайте, наслаждайтесь. Не вкусно это какая-то слизь. А я буду. Ну ладно, хоть один ест. Уже хорошо. Будешь еще? Не, мне хватит. Кажется, ты у тебя слишком слизючая. Ну в смысле слизючая? Эх, ладно, пойдемте тогда поделаем всякие делишки. Ой, да ты не туда делаешь, вот здесь мусор. А Хэнк что-то хочет? О, у него повышение уровня, и он заработал нам 500 денежек для дороги. Это хорошо, но я не очень хочу ехать в магазин, если честно, потому что там не всегда все интересно. А вот поучаствовать в сборе урожая, тем более такого, я не против. Так, сейчас соберем... Посадим какую-нибудь классную штучку. Например, вот эту вот. Польем ее волшебным средством. И посмотрим, что здесь вырастет. И что же? Ну, растите уже. Я же жду. Так, здесь карамелька. Здесь что? Сладкая вата. А здесь ананас. Так, а я же вроде волшебное что-то сажала. Ладно. Пусть сажается снова, а я немножко полью, и Том пусть последит. Потому что зимой вообще на самом деле странно, если все будет расти. Мне кажется, зимой плохо должно расти все это безобразие. Холодно же все-таки, мороз и солнце и все такое. Ну, здесь у нас ночь, правда. У нас там фонарики даже летают, красота, лепота. Да-да-да. Текс, ну, вода кончилась. Ну, как всегда. Захочешь что-то посадить или поделать, у тебя тут же заканчивается вода. Это прям безобразие какое-то. Ну да ладно, так, пакетики нам открывать, ага, смысла нет, неинтересно, но зато получили какую-то штуку. Так, Анжела у меня хочет здесь поиграть, я бы вот на самом деле им вначале прибраться предложил бы. Так, давай-ка вот ты, дорогой мой друг, ты же вроде взрослый, дяденька уже, я предлагаю тебе немножко прибраться. А что началось-то, я вообще не хотел. Ну, что значит не хотел? Надо, знаете ли, немножко прибираться, и ты прибирайся, да не играй, а прибирайся. А, это почему? Я вообще-то хотела в магазин съездить.
Да, не ругайся давай, а прибирайся. Вот, сейчас будет чистота и порядок. А ты что хочешь, гитару поиграть? Ну, даже не знаю. Давай поиграем вместе, что ли, посмотрим, что у тебя там за гитара такая. Тикс, ну ладно, начали. Я думаю, что я сейчас проиграю, потому что из меня игрок тот еще. Я даже не знаю, как это делать. Раз, два. А, все, нажимать просто, когда... Раз, два. Фу, подождите, пока легко. Пока вполне себе можно поиграть. Но я не уверена, что я смогу это делать долго. Так, сейчас помогу, Том. Не переживай. Сейчас еще чуть-чуть, и помощь уже в пути. Ой, божечки-кошечки, становится быстро. Так, ладно. И какой кошмар. Раньше времени нажала. Ну вот я же говорила. А вообще было все прекрасно, по-моему. Ладно, я улетучиваюсь отсюда. Ты, Томик, сам поиграй без меня, пожалуй. А я пойду, знаете, что поделаю? Я с Анджелой немножечко посмотрю на звезды. Что же у нас там интересненького? Так, и что здесь надо делать? Ловить каких-то НЛОшек? А, вот этих, что ли? А если вот такой радар включить? Тогда что? Ах, ух ты! Вот с радаром-то намного легче. Он показывает, куда нам надо собирать. Это удобненько. Не надо искать долго и все такое. Так, сейчас быстро все пройдем туда. Тикс, тикс, тикс. Вот еще один. А, где еще? Планета Земля или что-то? А, нет, это не Земля. Это какая-то другая космическая мероприятие космическое. Это вообще сломанная планета. Откуда вообще они такие здесь селись? Сломанные всякие, сломанно-поломанные. Ладно, так, НЛОшка. Вот он летает здесь. Никому не дает спать спокойно. Так, а вот это вот похоже на Луну, но тоже не Луна. Ладно, а здесь что у нас? Какой-то зеленый человечек с одноглазой, с большими губами. Он страшный, если честно. Я бы такого не хотела. Так, а здесь что у нас еще есть? Давай посмотрим. Если вот это будет то, что... Подождите-ка. А, подождите, у нас здесь только НЛОшки. Все, поняла, здесь можно выбрать только НЛО, только планеты и все такое. Ну ладно, пусть Анджела играет дальше сама. Вот это я понимаю. Кажется, кто-то прибрался. Да, и больше не буду. Да ладно тебе, больше не буду. Вообще ничего плохого ведь не произошло. Может, я все-таки поиграю в какую-нибудь игру? Песочницу, например. Нет, ты, конечно, можешь поиграть в песочницу, но я вначале предлагаю тебе сходить в домик на дереве и поиграть в веревочку. Это одна из моих любимых игр, потому что там бывают сваливаются на тебя всякие вкусности. И даже бывает какая-то наковальня один раз упала на одного из моих друзей. Кстати, да, если ты тоже мечтаешь о домике на дереве, то обязательно ставь лайк. И я же говорила, что-нибудь может и упасть. Ну ладно, это не так страшно. Это всего лишь киви, его можно и съесть. Давай-ка еще разок поиграем в эту игру. Посмотрим, вдруг что-нибудь интересное. Том, давай, тяни сильней. Вдруг тебе выпалится целая куча конфет. Нет. Ну ладно, кто следующий? Так, ладно, давай ты тяни. Тем более, у тебя такая связь с космосом. Должно же что-то... Опять не получилось? Что-то игра не заладилась. Ну, Анджела, давай, у тебя-то точно должно получиться. Нет. Это что за дела такие? Почему ничего не получается? Это какое-то безобразие. Вот это я понимаю. Шоколадки, конфетки, леденцы, вкусняшки. Это я люблю. Кстати, если тоже любишь сладости, обязательно ставь лайк. Фух, ладно. Пока все ставят лайки, я отправлю купаться малышей-гарандашей, которые у меня свободны. Кто уже прибрался и может покупаться вместе со мной, да. Так, вот так. Ну-ка, иди сюда. Не хоти ты спать. Да, божечки, кошечки, конечно. Их не успеешь отправить поиграть, они спать сразу хотят. Всегда так. Я не знаю, почему это так происходит. Но мои друзьяшечки, малышашечки любят поспать. Да, ладно. Все, все спят, кто хочет спать. А остальные все пределе. А я хотела поиграть еще в бассейне. Ну ладно, посмотрю, как они замечательно купаются прямо в снежный день. Это просто прекрасно. Я бы так тоже не отказалась. Ну ладно, ребят, а на сегодня все. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы приходило уведомление о новом видео. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч.